В Улан-Удэ введен режим повышенной готовности. Как передает Байкал-Дели, его ввели сегодня с 8 утра в связи с обильными продолжительными осадками. За 5 дней декабря в Улан-Удэ выпала полуторамесячная норма осадков – 16,8 мм, при том, что климатическая норма за весь декабрь месяц обычно составляет всего 10 мм. В городе наблюдается транспортный коллапс, участились аварии на дорогах. Как сообщили в Управлении по информационной политике, сейчас в столице активно работает снегоуборочная техника. Однако, учитывая объем снега, этих усилий недостаточно. Основной упор делается на очистку магистральных улиц. Городская комиссия ПЧС обращается к жителям быть внимательнее при переходе автодорог и других опасных участков. Желательно не использовать личный транспорт в эти дни. Пассажирский транспорт работает в обычном режиме.